Добрый день! Предлагаю вашему вниманию мой любимый чай – витаминная бомба. Для нее нам понадобится облепиха 200 грамм, значит, один небольшой лимон и один небольшой апельсин, значит, затем мед и мята. Конечно, лучше свежая, но сейчас зима, у меня есть дачная замороженная мята. Ну, где-то грамм 5, наверное, 5-7 грамм. Я люблю много мяты, а вы кладите по своему вкусу. Нам понадобится вот такой кувшин. Ну, вы, наверное, знаете, это приваеровский кувшин. Я туда сразу выкладываю облепиху. Затем нам нужно немножко ее примять. Можно венчиком, можно ступкой, блендером. Блендером как-то вот, наверное, не очень. Затем добавим лимон, апельсин, так, мяту и зальем все кипятком. Значит, у меня примерно литр где-то кипятка. Литр кипятка, наверное. Так. Такая красивая у нас смесь. Я предлагаю сахар пока не ложить. Настоится наша смесь. И затем мы добавим, разольем по чашечкам и добавим по вкусу мед. Так, итак, настоится наш чаек 15 минут. Прошло 15 минут, наш чай настоялся. Смотрите, он какой красивый. В чуть остывший чай можно добавить несколько ложечек меда по вкусу и наслаждаться очень приятным вкусом этого чая, который я назвала «Витаминная бомба». Приятного вам чаепития!